С приходом весны и потеплением возрастает риск возникновения пожаров. Всего с начала года на территории области произошло 139 пожаров. Ущерб составил свыше 51 миллиона тенге. В огне погибли 13 человек. При этом лесных и степных пожаров не зарегистрировано. О состоянии пожароопасной обстановки на территории Северо-Казахстанской области на предстоящий период сообщили на брифинге региональной службы коммуникаций. Ежегодно, начиная с апреля месяца, в регионе резко возрастает количество пожаров. Горение сухой травы с переходом неконтролируемых загораний на жилые, производственные здания, дачные кооперативы и открытые территории. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендуют жителям области соблюдать основные правила пожарной безопасности. Хотелось бы обратиться к всем жителям, в первую очередь к дачникам нашим, потому что впереди у нас майские праздники, большие длинные майские выходные, когда все... Очень активно, когда люди выдвинутся на природу. Здесь нужно всем строго соблюдать правила пожарной безопасности, ни в коем случае не разводить в неположенных местах костры, тем более не оставлять их без присмотра и, уезжая, оставлять их непотушенными. Также нужно особое внимание уделить подрастающему нашему поколению, провести профилактические беседы с ребятишками нашими, с детьми, чтобы они не баловались тоже, чтобы при развлечении с огнем не допускали никаких подобных случаев. По данным Казгидромет, в мае и июне ожидается повышение среднемесячной температуры на 1-2 градуса выше обычной. А в летние месяцы, начиная с мая, прогнозируется высокий и чрезвычайный уровень пожарной опасности на большей части территории. Пожароопасный сезон наступает с момента схода снежного покрова и до наступления устойчивой дождливой погоды или образования снежного покрова. То есть у нас с 15 апреля по 15 октября выпускается прогноз пожар опасности. С прогнозом высоких температур воздуха и погоды без осадков при достижении показателя пожарной опасности 4 класса, то есть высокая пожарная опасность, и 5 класса чрезвычайная пожарная опасность, Казгидрометом выпускаются штормовые предупреждения о пожарной опасности с максимальной заблаговременностью 1-7 суток, которые оперативно доводятся ко всем государственным органам. К слову, в мае ожидается температура плюс 15-16 градусов, превышающая норму на 2 градуса. В течение декады часто ожидаются дожди и грозы, а в начале второй декады возможен туман. Ветер со скоростью 15-20 метров в секунду прогнозируется в конце первой декады с переходом во вторую и третью декаду месяца. В июле и в августе температура воздуха ожидается около нормы. Алихан Жексыбаев, Анатолий Белонок, служба новостей.